Узаеморазумение помеж уладами и громадянами, конструктивный диалог и пошук компромисса помеж службовыми особами и теми, кто до их звертается. Усё это необходимо, каб любы жыхар краины смог ажыццяўляць свои инициативы. Але знайсці агульную мову удается не заўсёды. Так жыхар агрогородка Салтаноў Рэчыцкага района Александр Фурман, який звернулся до нас на гарачую линию, не может ажыццявіць свою давнюю мару створить уласную агросядзібу. У ситуации разбиралась наша здымачная группа. Для Александра Фурмана агрогородок Салтаноў по-сапраўднаму близкі сэрцу. Тут ён нарадзіўся і, нягледзячы на тое, што жыць прыходзілася ў розных месцах, аднойчы вырашыў вярнуцца да каранёў, каб заняцца нялёгкай, але высакароднай справай. Рассчитываю в будущем, чтобы был агротуризм какой-то, отдых в деревне, как это сейчас у нас в Беларуси призывают, и удобно, и местоположение удобное. Будование агросядзібы протягивается уже 5 годов. На ажыццяўленне мары потребны великие сродки. Нечто Александр назбирал, нечто пришлось продать. Так ти інакш выкнана великая частка работ. Зал для проведения каких-то дней рождения, каких-то корпоративов, ну, местных каких-то развлечений. Ну, как бы планируем так. Але у будущего предпринимальника возникли проблемы. Каб провести электричность, Александру необходимо отримать дозвол на повышение ее могутности. Мужчине отмовили. Обратился в наши местные органы, в одно окно, в электросети сельские. Везде все отказывают. Везде никаких разговоров нету. У нас, как только говорю, Салтаноў, улица, говорят, напряжения там никакого нету, по станции слабые. Ничего, у вас никак ничего. Говорю, как? Вот я хочу там подключить электрокотел, перейти на электрообогрев дома. Вся сейчас оборудование, все электропечки, электроплиты, все электрическое современное. Планы Александра не обмежевываются только агросядибой. Есть жадание выпекать свой домашний хлеб, у тым лику на продаж. Без повышения могутности электричности это немагчыма. Печку приобрел, электрическая кондиционная печь для изготовления всех хлебобулочных изделий, как бы уже профессионального типа. Ну, она работает на 380 вольт, опять же. Трехфазный ток нужен, 10 киловатт минимум, ну. Ну, хорошая вещь, и можно много чего сделать и работать. Также плита электрическая приобретена, тоже все новое приобретала, все тоже 380 вольт, тоже трехфазный ток, тоже 8 киловатт нужно напряжение. Зараз мужчина выкарыстовывает цвердопалевный котел. Покуль что это одиная махшимость отеплять помешкання. За электричностью, отзначая господар, было бы значно простей и танней. У супрацьлеглага боку свое бачанне ситуации. Кіраўніцтва рэчыцкіх электрычных сетак прокомментовала ситуацию наступным чынам. Гражданину было предложено в случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации агроэкоусадьбы очень удобный и простой вариант решения данной проблемы. На данный момент существует и нами практикуется такая услуга подключения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как технологическое подключение. Подразумевает простую и не требующую для потребителя дополнительных организационных моментов процедуру по принципу одного окна. Все работы по устройству электрических сетей и подключению берет на себя энергоснабжающая организация. Но в данном случае для данной электроустановки необходимо строительство участка высоковольтной воздушной линии 10 000 вольт и установка хотя бы небольшой, но трансформаторной подстанции. И, конечно, эта услуга подразумевает оплату. Для жыхара Салтанова такий вариант довольно стратный. До того ж, по словах Александра, он не может подключить электричность на объекте нават минимально, как физичная особа. На это у мясцовых энергетиков так само есть свой отказ. Резерв пропускной здольности існуючай сетки вычерпаны. Мужчина и его родные не бачать реальных перешкод, каб здейснить задуманное, и спадзяются на компромисс. В наше время современная, тем более своя электростанция атомная построена, агрогородок, большая деревня, я думаю, это решимо все, просто это надо, не знаю, как-то достучаться. Ну, хочет сын мой тут трохи, все же для народа, все для людей. Ну, молодым дорога, старикам почет, ну, пусть бы так бы и было бы. Кіраўніцтва рэчыцкіх электрычных сетак у свою чаргу адзначае, яны заўсёды открытые до диалогу, але дзейнічаць будуць только у рамках дзеючага законодавства. Мы никогда не отказываемся и всегда готовы рассмотреть совместно с потребителями все возможные в рамках законодательства варианты решения их проблем. Поэтому в случае заинтересованности гражданином Фурманом Александром предлагаемых ему вариантов,
Мы готовы обсудить с ним и принять решение по подключению его электроустановки. Семья Фурман спадзеецца вырашыць хвалючае пытанне ў бліжэйшы час. Мы будзем сачыць за развіццём сітуацыі. Мікалай Скінцян, Валера Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель з Рэчыцкага района.